Всем привет! Это программа «Я предприниматель» – проект для тех, кто хочет начать свое дело. Мы бы могли с вами разговаривать долго, но меня уже ждет основатель корпорации «Вкуса» Денис Викторович Гармаев. Ну что ж, погнали! Денис Викторович, здравствуйте! О, привет! Сразу хочу вас спросить, как вообще пришла идея открыть вот «Пипино» и вообще корпорацию «Вкуса»? Потому что сейчас это выглядит монументально вообще. Ой, ну это вымученный проект, наверное, за 15 лет. Конечно, вначале все это было по-другому совершенно. И на сегодняшний момент мы доработали до идеала, наверное. И сейчас такой формат, который, наверное, актуален в любом городе России. И даже, наверное, за пределами. А как вообще начиналось-то? Что в основе? Начиналось все было, конечно, пицца. Это дружба, это желание что-то сделать новое в городе, чего нет. Даже, наверное, больше там было желание не зарабатывания денег, а удивлять народ и попасть как-то частично в историю, что мы были основателями чего-то нового. Но я думаю, что у нас это получилось. Так, и смотрите, а вообще вот в начале и, наверное, сейчас какие каналы продаж? Что, как рекламируетесь? Проект «Пипино», он все равно уже до такой степени привыкший для наших горожан, для гостей, его помнят. И он, если нуждается в какой-то рекламе, то нуждается в рекламе, если что-то идет новое. Так что, чтобы анонсировать что-то, довести из нестандартного, то мы, конечно, эту информацию доводим и смотрим. Это социальные сети, понятно, телевидение. Никогда мы не использовали баннерную продукцию визуальную на улицах, но, может быть, попробуем. Денис Викторович, я, допустим, молодой предприниматель, хочу открыть бизнес. Куда посоветуете идти? Не каждый человек может заниматься бизнесом. То есть у нас все-таки должна быть, наверное, какая-то учебная профилактика, наверное, понимание, может ли человек быть бизнесменом или не может. Вот сначала нужно разобраться с самим собой, потому что мы снимаем информацию с окружающего, да, то, что вокруг нас происходит. Надо прежде всего понять, любите вы руководить, любите вы подчиняться, потому что очень много людей, которые просто работают в какой-то компании в виде подчиненных, они, я вам так скажу, зарабатывают не меньше, чем сами владельцы бизнеса. Бывает такое? Сейчас каких-то особых сфер, куда податься более легко или более сложно, нет? Почему? Сколько будет существовать население в городе, столько же времени будет открытых направлений общепита. Когда-то народ, может быть, наконец-то наестся фастфудом, да, будет уже ценить натуральные ингредиенты, продукты, экологически чистые, которые у нас есть. И у нас быть здоровыми, шансов остаться больше на самом деле. Я больше чем уверен, что известные бренды, как Макдональдс, например, если откроется, то я не уверен, что он будет зарабатывать даже 50% того, что они запланируют. Потому что у нас есть все-таки национальные продукты, такие, можно сказать, избитые вещи, которые конкурировать с которыми, наверное, уж трудно будет многим брендам, даже мировым. Если вы для себя определились вообще чем-то заняться, неважно, бизнес это или просто какое-то занятие, прежде всего, вы поймите, вам нужно это или нет, вы можете это сделать или нет, для чего вы это делаете. Но если в школе вы поняли, что вы действительно хотите к этому идти, то, конечно, несмотря ни на что, добивайтесь этого до конца. И сильные люди не те, у которых все хорошо, а сильные люди те, у которых все хорошо, несмотря ни на что.